Определенно, музыка способна нести созидательный заряд. Но тут такой момент, что люди, до людей должно, должен дойти этот посыл. Одна группа ничего не сделает. Какое-то играющее новое направление, которое впоследствии станет популярным. Нет, это направление никогда не станет популярным, если оно играет одной группой. А если будет целый такой спектр групп, который играет одну и ту же музыку, и это будет поглощать все больше и больше народу, тогда это, да, сработает. И уже зависит от того, какой посыл несет музыка. Я просто, опять же, не знаю, что будет в будущем, какой посыл будет у музыки. Просто если ориентироваться на рок-музыку, то это... Ну, тогда это 90-е, 80-е годы берем, это протест. Протест в системе. Сейчас это более романтическая музыка, скажем так. Новинки я вот сейчас послушал, это уже какая-то борьба с самим собой, со своими внутренними какими-то проблемами. Больше на это идет упор, а не то, чтобы там идите, выходите на улицы и бейте витрины. Нет, такого уже ни в одной песне не встретишь. Все как бы, то ли они остались довольны, те люди, которые раньше там 10 лет пели назад о том, что все плохо, надо расклеивать листовки, выходить на митинги и прочее, сейчас начинают петь такие уже более романтические песни, либо уже полностью уходить в себя. Было бы интересно послушать историю какой-нибудь группы, которая там писали о том, что вот такие вот у нас проблемы в обществе, они решили эту проблему, ну все, к своим посылам там, да. И группа перестает существовать на этом. Вот это было по-честному. Все. Группа пела об этом, группа изменила это, группа кончилась на этом. Но такого не произойдет, потому что музыка уже больше переросла, вернее, музыкальные группы — это уже больше, к сожалению, бизнес, чем музыка, чем искусство. Но далеко не у всех. 2 или 3 года назад, когда Radiohead выпустили альбом, они разорвали контракт со своей звукозаписывающей студии и выпустили интернет в сеть, а просто попросили пользователей заплатить столько, сколько вы считаете нужным. Что удивительно, люди заплатили им больше, чем предлагала им звукозаписывающая компания. Вы начали практиковать это и в России. У нас, по-моему, Аквариум, Текила Джаз, когда еще была Текила Джазом, и другие группы на сервисе Круги, по-моему, размещаются, и тоже просто они не продают эти диски, потому что продавать диски, как диск, компакт-диск, сейчас можно, по-моему, только в качестве подарка. Не знаю, там, мне еще там парочку людей можно подарить этот диск, и это будет здорово. А большинство людей — диск. Когда последний раз люди покупали диски? Сейчас идешь, там, в Music Star, там лежат диски, но, опять же, процентов 80-90 — это все контрафакт. Ты платишь не музыкантам, а ты платишь уже пиратам просто-напросто. Тогда проще заплатить. Какая разница, что ты отдашь это наличкой, либо ты заплатишь со своей банковской карты, там, ну или какими-то другими методами. Зато ты точно будешь уверен, что твои деньги пойдут напрямую музыкантам. Что достаточно хорошо и работает у нас в России. Хоть даже говорят, что менталитет у нас. Главное, чтобы сам продукт был хороший. Я помню, когда только-только появлялась Эмма, там все там, вау, значков больше, чем у Брежнева, все круто, все здорово. И мы тогда сидели с моим другом Вовой и обсуждали, а что же будет так года через 3-4? Так? Ну, мы уже понимали прекрасно, что Эмма куда-то упадет, это все так вот, вспышка просто. А что же будет дальше? И мы где-то были рядом, сейчас вот хипстерская мода пошла вот на это все. Ну, вот мы думали, что именно инди будет такое более Нет, не могу выговорить это слово. В общем, более распространенные. Ну, собственно, где-то рядом. Вот Индия, хипстеры. Главное одеться в пиджачок, быть ботаником, играть на гитарке, в костюме быть. Ну все, ты хипстер. Больше ничего не надо тут публике. Все вот интересный вопрос, конечно, что же будет дальше? Какой-то вопрос. Да, дальше будет... Ну, я склоняюсь к тому, что
будет какая-то смесь. Возможно, даже и возьмут культуру эмо, культуру хипстеров, все это смешают. Главное, чтобы это не испоганили в российских реалиях. Потому что как у нас обычно бывает? В Америке, предположим, эмо называют вот этого человека, в России эмо называют вот такого вот человека. Ну, это уже проблема русского менталитета. Ну, постоянно же ходили картинки по интернету о том, что вот посмотрите, как выглядит эмо в Америке, и посмотрите, как выглядит толстая девочка в черно-розовом в России. После этого не хотелось не то, что как-то какую-то примкнуть к какой-то субкультуре, просто появлялось какое-то отвращение к этому всему. Надеюсь, то, что дальше будет все лучше, качественней. Социальные сети, конечно же, дали какой-то толчок пользователям в распространении информации. Это отличный канал рассказать всем и вся о том, что ты почесал левый мизинец. Ну, серьезно, сейчас это все сводится к тому, что пишут, ну, такую фигню просто, что иногда задумываешься, а нужны ли эти социальные сети. Но тут в зависимости от того, какая социальная сеть. Если сравнивать прям ВКонтакте и тот же Facebook у нас в России брать, то, конечно же, Facebook выигрывает в возрасте людей и в их интеллектуальных, как сказать, способностях. Я не хочу сказать о том, что большинство людей, которые сидят ВКонтакте, там полоумные, но там просто ВКонтакте стало таким же телевизором, который стоит у каждого дома, где информацию нужно, чтобы ее поглощать, нужно отбирать сначала. А в то же время социальные сети, знаешь, сделали такую вещь, как в фильме «Социальная сеть» была. Ты слышал, он добавил меня в друзья. А ты попробуй удалить его из друзей. Там же обида будет на столько лет, что тебе потом в жизни никогда этого не забудут. И это уже тоже огромный минус социальных сетей, что они поглощают прям людей. То есть они забыли о том, что такое реальная дружба, а что такое друзья. Сейчас еще добавили, я там видел, лучшие друзья. То есть идет прям полное отождествление реальной жизни и жизни в социальных сетях. Можно даже интонацию улавливать. Для меня интонация была всегда, вот по телефону разговариваешь, ты сразу слышишь голос там или вживую разговариваешь, ты слышишь голос, значит, что-то там не так там или что-то. Теперь можно даже это по сообщениям улавливать. То есть люди все настолько привыкли к интернету, что они даже эмоции свои выкладывают вот так вот с голубой каемочкой. То есть из одного сообщения можно понять, что что-то у человека там либо случилось, либо просто настроение плохое, либо наоборот какое-то счастье там. Ты видишь несвойственное ему поведение и сразу понимаешь, что что-то не так. Люди просто замыкаются в этом интернете. Нужно как-то все-таки не то чтобы бороться, но и отвлекаться. Все-таки есть какие-то ценности в жизни, которые не стоит забывать.